китайские оккупационные власти продолжают борьбу с исламом в Восточном Туркестане. Студентов университета Синьцзян-Уйгурского автономного района, которые находятся под оккупацией Китая, предупредили, что за соблюдение поста в месяц Рамазан их исключат из вуза. Также студентам запретили совершать намаз внутри вуза, иметь у себя религиозную литературу и носить бороду. Об этом сообщает радио Азади со ссылкой на таджикских студентов, обучающихся в университетах Урумчи. Накануне священного месяца Рамазан руководство университета потребовало у всех студентов, прибывших из мусульманских стран, подписать бумагу с предупреждением, что в случае соблюдения уразы они будут исключены из вуза. «Я хотел сфотографировать этот документ, но преподаватель не разрешила», сообщил на условиях анонимности один из студентов. Другой студент рассказал, что в общежитии рано утром и во время ифтара проводится тщательная проверка. Если выяснится, что кто-то из студентов держит пост, его сразу исключают из университета. Правозащитники уже на протяжении десятков лет публикуют шокирующие отчеты, демонстрирующие тот факт, что китайские власти проводят политику этноцида в отношении мусульман-уйгуров на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.